Здравствуйте, рукодельницы и рукодельники! Представляю вашему вниманию несложную, но эффектную работу. Это длинные сережки в стиле канзаши, которые я назвала «Новогодний снегопад». Основу для снежинки смотрите ссылку под видео. Сделать нам вот такую вот новогоднюю прекрасную сережку, удлиненную. Для этого нам понадобится заготовочка вот такая вот. В первом видео я уже вам показывала, как ее сделать. 6 вот таких вот листочков, острых лепестков канзаши со спиралью. 6 их нужно, сейчас я покажу, какие. И 6 лепесточков вот таких вот серебристой парчевой ленты, 2,5 сантиметра. Так, теперь как делаем? Хватик парчевой ленты 2,5 сантиметра складываем в треугольничек, потом треугольничек еще раз складываем. И сводим концы. Так, вот такой у нас получился лепесточек. Лишнее обрезаем. Отделиваем, чтобы лепесточек у нас держался. Есть готовый лепесточек. Таких нам нужно, еще раз повторюсь, ленту. Сворачиваем в треугольничек. Потом делаем еще раз треугольничек. И верхний кончик делаем из него спиральку. Закручиваем, кончики сводим. Вот, кончики треугольничка припаливаем. Припаливаем, сжимаем, подклеиваем его. Есть, получился острый лепесток канзаши со спиралью. Тоже все склеиваем между собой. Стразик или серединка, какая у вас есть, шарик, и я его сюда сейчас приклеиваю. Так, приклеим наши серебряные лепесточки и склеиваем тоже из них снежинку. Все, вот так вот получилась у нас нижняя снежиночка. Поправляем. И опять же сюда приклеим такой же стразик. Такую вот цепочку. У меня есть такая, у вас может быть есть какая-то другая. Вот я ее покупаю в магазинах Монпасье. Прекрасный магазин, большой ассортимент всякой фурнитуры, стразиков разных, бусинок, авторскими идеями. Предлагаю посетить вам магазин Монпасье, если есть ваша крышечка, тоже там купленную. Такая прекрасная тоже подвесочка. Зроблено с любовью, на ней написано. Основную заготовочку. Ставим сюда нашу цепочку. Подклеили. Сзади. И теперь на эту цепочку подклеиваем снежиночки, которые мы заготовили ранее. Берем нашу голубую снежинку. Такая классная снежиночка у нас получилась. Наносим мы на снежиночку капельку клея. Положим сюда. Прижимаем ее. Достаточное количество, сколько нам нужно. Приложим кружочек. Вот так вот аккуратненько заклеим нашу снежиночку с этой стороны, с обратной стороны, чтобы она имела тоже у нас там красивый вид. Снежиночку приклеиваем. Смотрим, что у нас получилось. Сережка получилась. Вот, смотрите, какая прекрасная сережка. О, фантастика. Прекрасное украшение к новогоднему вашему вечеру или другим новогодним праздникам. Желаю вам здоровья, счастья, творческого настроения. Па-па.